Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 110 на странице 51. Рабочей тетради по русскому языку для второго класса автора Канакиной. Прочитайте загадки. В них пропущены местоимения. Нам нужно писать пропущенные местоимения и буквы слова отгадки. Он шипит, а ты не трусь. Это белый-белый гусь. Он, пишем за главной буквы. А ты? Гусь, вставляем букву У. В воде она живет. Нет клюва, а клюет. Это рыба. Вставляем местоимение она. Она. Мы бьем исправно каждый час. А вы, друзья, не бейте нас. Это будильник. Мы бьем исправно каждый час, а вы, друзья, не бейте нас. Днем я сплю, а ночью летаю. Хорошо я поступаю. Это сова. Сова. Днем я сплю, а ночью летаю. Хорошо я поступаю. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.